Всем привет! Сегодня у нас прокурей, я сниму, покажу, морозы стоят. Вон у нас, видите, пожар где-то в начале садоводства. Кто-то сгорел. Морозы сумасшедшие стоят. Сейчас вот кто-то, видимо, что-то не так затопил или что. Уже за неделю второй пожар, блин. Дня два назад тоже дом сгорел. Вон дым какой. Это в начале садоводства где-то. Сейчас температуру покажу. Вот сейчас у нас обед. Где-то часов 12. 41 градус. Вот такие морозы у нас стоят. Сейчас, блядь. Сейчас прокурей. Сниму. Давно про них не снимал. Покажу, как они несутся у меня. Что с ними происходит. Ладно, сейчас увидимся в курятнике. Ну вот мы в курятнике, давно я про своих курочек не снимал. Этот крапиву едят. Листья уже ободрали. Вот она. Сейчас, короче, что у меня происходит с яйцами. Яйценоскость упала сейчас. Раньше несли. Сейчас у меня 21 курица, одна. Сдохла зоб, у нее с зобом что-то было, я тогда говорил. 21 курица. Сегодня вот снесли 12 яиц. Ровно на 50%, вот они. Сейчас я собрал. Сегодня 12 яиц, вчера было 10 яиц. В основном сейчас 10. Меньше 8 яиц не было, не бывает. Раньше несли они по 20 в декабре. Сейчас у них запас витаминов кончается. Подстилка, вот она прекрасна. Подстилка с бактериями. Вот. Она такая же и рассыпчатая. Подстилка абсолютно чистая. Ну и куры сами по себе чистенькие. Курятники. Вентиляция закрыта уже третий месяц, по-моему. В курятнике вот паутина. Влажности грамма нету. Несутся, говорю, сейчас 50%. Сейчас в основном прибыль приносит перепела. Сейчас заказы только идет на инкубационное яйцо по 8 рублей. Я яйцо продаю. Сейчас вот они. Вот эти мои. И вот она, еще одна партия. Инкубатор вот мой стоит. 37,8, температуру как положено держит. Это моя таблица, по ней я вывожу перепелят. Ну такие дела, куры несутся, перепела несутся. У перепелов яйценоскость также хорошая. Не знаю сколько, но яиц много. Потому что яйца всегда, как не посмотришь, забегали. Как не посмотришь, яйца есть всегда. Поэтому я их посчитать не могу. Штук 40, говорю, перепелов, несушек у меня. Наверное, 40 яиц есть. Вот куры. Куры крапиву хорошо едят. Сейчас им даю крапиву. Может, немного витамины хоть какие-то. Они последний раз в октябре были на солнце. Они солнце уже не видели. Третий месяц идет, солнце не видят. Окна замерзшие полностью. Сегодня, кстати, хватит, блядь, Петька. Сегодня утром пожар показывал, это сгорел курятник одной знакомой. На бане был курятник, что-то проводка замкнула. Их дома не было, столько птиц сгорело. Там столько перепелов, породистых курей было тоже много. Короче, все. Все сгорело, видимо, они тоже поздно приехали, там уже нельзя было, говорит, зайти уже было невозможно, поэтому холода стоят ужасные, под 40 градусов, обогреватель, видимо, замкнул, не знаю, что было, вот такие дела. Про курей скоро сниму я про подстилку, 3 февраля будет. 3 месяца.
Ну и все, в принципе, прокурить-то больше не... А, вот помещение, вот и градусник. В помещении 20 градусов вот стоит. Печка у меня топится почти целый день сейчас, потому что сильно холодно. В курятнике в основном. Утром, когда я захожу утром в 7-8 часов, здесь а плюс, у них на улице минус 45 на, примерно, у них плюс 10, самое холодно плюс 10. Попугаем он там что-то щебечет. Ладно, спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся.